Привет, девчата и ребята! Мы по-прежнему находимся на Кипре, в деревне Амадос. Посмотрели монастырь Святого Креста, двигаемся дальше гулять по узким улицам деревни. Посмотрим, что тут сейчас работает, чем живут и что продают люди. Узкие улочки, каменные домики с черепичными крышами, традиционные таверны, несколько ресторанов и современных баров, расположенных в традиционных зданиях, а также обилие маленьких магазинчиков и торговых лавок производят неизгладимое впечатление. Жители Амадоса, помимо выращивания виноградной лозы, производства вина, также занимаются производством судзукоса – палочка из виноградного сусла с миндалем, палузы – желе из виноградного сусла, кяфтерь – сушеное желе из виноградного сусла. Из местных фруктов делают конфеты. Кроме того, в местных лавках можно приобрести мед, орехи, масло, различные сувениры и изделия ручной работы. Также Амадос характерен известными по всему Кипру булочками Аркатена Кулурка. Хрустящие булочки на дрожжах, по твердости напоминающие сухари. Булочки были впервые сделаны в Амадосе примерно в 1880 году. На вкус булочки-сухарики несколько своеобразные. В некоторых лавках дают бесплатно продегустировать небольшие кусочки. Так что, если вы никогда их не пробовали, то, наверное, имеет смысл сначала продегустировать, а уже затем решить, стоит ли их покупать. Также Амадос известен кружевами. Местные жители занимаются вышивкой, делают парчу, скатерти, прошитые одеяла, а также вышивку и кружева шантильи. Кружево и изделия с вышивкой можно приобрести на улицах Амадоса. Да, вот эта деревня была явно построена еще тогда, когда про машины никто даже и не подозревал. Ну-ка я. И там еще и кошечка. У нас тыря, этот момент очень далеко. Или он рядом? Вон маленький котенок. Вон он. Последний вечер перед возвращением домой. Мы решили прогуляться в порту Лимассола. Посмотрим на яхты, полюбуемся отблеском звезд от волн. Прогуляемся по пирсу и по набережной. Утром мы уже будем сидеть в самолете. Немного грустно возвращаться домой. Днем мы уже попрощались с теплым морем, сказали, что будем очень скучать. И точно скоро увидимся снова. На этом заканчиваются наши приключения на острове Кипр. Всем привет! Мы сейчас на пирсу идем. Видите, какая красотища!
аэропорт в городе Пафос. Нас приглашают на посадку. Аэропорт довольно маленький, очень экологичный, расположен на берегу моря. Выходим на улицу. Посмотрите, растут цветы. Очень красивые. Идешь на посадку в самолет, и тебя сопровождает такая красота. А то в Москву не поедешь. О, а тут еще придется подождать. Первый раз мы самостоятельно идем к самолету и поднимаемся сами по лесенке. Мы заняли свои места. Впереди 3 часа полета. Будем смотреть в окошко. Погода сегодня отличная. Удачи вам, друзья, и мягкой посадки. До скорого! Ю-ху!